Урбан. Программа о городских проектах. Это действительно программа «Урбан». Мы продолжаем наш разговор о тротуарной сети Кирова. Как лучше для людей? 201-101. Люди, как для вас лучше? Включайтесь в наш разговор. У нас прямой эфир. И я попрошу мою коллегу Дашу Топузлиеву посмотреть, что у нас с голосованием ВКонтакте. Напоминаю, что у нас есть опрос, как надо делать тротуары в Кирове. По современным стандартам в комплексе с дорогами, сетями и газонами. После того, как отремонтируют дороги. Сначала делаем тротуары, потом дороги. Неважно, в какой последовательности. Лишь бы делали. Ну, в прошлом часе лидировал первый ответ. Да, 352 человека на данный момент проголосовали, и по-прежнему варианты по современным стандартам лидируют. Сколько? 65 практически процентов и 25,5%, неважно в какой последовательности, лишь бы делали. А все-таки на третьем месте какой ответ? На третьем сначала делаете тротуары, потом дороги. Ага, да, дороги вытесняются постепенно пешеходами. Пешеходы хотят ходить по хорошим тротуарам. Но еще раз мы должны представить гостей, которые с нами в студии. Это Дмитрий Печенкин, заместитель руководителя департамента благоустройства администрации Кирова. Марина Бармина, заместитель начальника дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров». И Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировские ССК». Ну, у нас был большой в прошлом часе такой впрыск опыта из других регионов, нас зацепило несколько вопросов. Ну, вообще, все стали обсуждать вопрос тротуарной плитки, что тротуарная плитка, мне такое было ощущение, что наше все и тротуары следует делать только из нее, потому что это современный материал, потому что он удобный материал, потому что он долговечный материал. Но я вот как человек, который ходит по улицам города Кирова, так бы не сказала. Если у меня хотя бы 2-сантиметровый каблук, мне уже неудобно идти по тротуару, который вымощен вот этой самой плиткой. Почему так получается? Хотя вот я когда коллегам говорила, Денису и Толе, что посмотрите же, говорю, за рубежом все, наверное, асфальт, ровненько идешь и хорошо. Они говорят, нет, там тоже тротуарная плитка. Более того, там брусчатка, она еще более мелкая, но твои каблуки будут еще чаще попадать в эти. Почему-то я там не чувствую такого дискомфорта, когда иду по тротуару, вымощенной тротуарной плиткой. Вот вы можете мне, Денис, объяснить, в чем дело? Вы производитель тротуарной плитки. Микрофон, пожалуйста, к себе. Ну, тротуарная плитка бывает разная. Поближе. Тротуарная плитка бывает разная. В Европу, наверное, вы ездите в кроссовках, чтобы удобнее ходить. Да, было не на каблучках, наверное. И вы это не замечаете. Там точно такая же брусчатка выложена, как у нас в городе. И проблем нет никаких. А все-таки отличается чем-то брусчатка от плитки? Размером. Плиткой называют то, она что просто, побольше. Она просто, да, почему-то даже внешне выглядит плитка, разным. Она побольше просто размерами. Там плитка, ну, 400 на 400. Брусчатка там 100 на 200. Вот и все. И то есть они там не по технологии укладки, ничем не отличаются? Не по технологии производства, не по технологии укладки, они ничем не отличаются. Расскажите нам про технологии. Это очень интересно. Из чего производят тротуарную плитку? Тротуарную плитку производят из песка и цемента. Ну, если она цветная, то еще краситель добавляется. Все, вот сейчас в ассортименте ничего. Кировских производителей в основном какая плитка? Что пользуется популярностью? Что заказывает вот город, например? Ну, город заказывает традиционно кирпичик, заказывает трапецию. Вот то, что у администрации города там выложено там несколько лет назад. Она прекрасно лежит и себя ведет хорошо. Но зато вот, например, по улице Спасской я бы не сказала, что она прекрасно лежит. Она вся в буграх. Она очень высоко, и, честно говоря... По улице Спасской где, откуда, докуда? Вот, которая укладывалась прямо около суда, около там, это колеса, дворика, наверное, и так далее. А, ну это около суда, это я не знаю, там... Это вопрос к производителям вот работ. Мы сейчас смотрим, у Дмитрия спросим, наверное, или, может быть, даже у ДДХ. Марина Геннадьевна, как вам улица Спасской, вымощенная тротуарной плиткой? Вас устраивает качество работы? Ну, ровность там более-менее обеспечена. Ну, более-менее. Что, да, более-менее. Да, более-менее обеспечена. А единственное, там, конечно, производитель был этой брусчатки не ССК. Поэтому, соответственно, подрядчик имеет право выбрать производителя и закупить брусчатку там, где это ему более выгодно. То есть мы условием контракта по 44-му ФЗ не можем определить, значит, поставщика брусчатки. А, вот как. То есть вы только разыгрываете контракт, подрядчик этот контракт выиграет, и он сам закупает, у кого, конечно, считает нужным, конечно, эту самую брусчатку. Да. Вас, да, не устраивает, да, качество брусчатки, которая там выложена?
Ну, будем говорить так, что процентов, может, 10-15, оно не очень соответствует требованиям, нормативным требованиям, именно по ровности брусчатки. Но... Что-то можно с этим было сделать или уже совсем нельзя? Ну, по 44-му закону мы не имеем права. Мы не можем прописать в контракте, какую именно брусчатку нужно закупать? Мы прописываем вид брусчатки. Либо это квадрат трапеция, либо это кирпич. Значит, толщину, мы, гарантийные обязательства. Гарантийные обязательства на укладку брусчатки и на саму брусчатку, значит, мы определяем 3 года. Гарантийные обязательства у нас очень высокие по сравнению с другими регионами. А вот, значит, качество брусчатки и цветность мы определяем. То есть, грубо говоря, 30% мы берем цветной брусчатки, 70% мы берем обыкновенной серой брусчатки. По качеству брусчатки, конечно, здесь вопросы возникают. А как мы не можем заложить в контракт качество, Дмитрий Александрович? Даже свой микрофон отдам, я удивлена. Марина Геннадьевна уже сказала, что мы в контракте прописываем определенные условия. Ну, мы не можем, на самом деле, прописать уже конкретно, что вот под определенного поставщика, как вот говорили, по примеру, первый наш коллега, который на связь выходил, что они поддерживают именно, дают приоритет своим местным производителям. Конечно, наверное, логично и целесообразно, чтобы местные производители выходили на аукционы и участвовали в этом. Мы, опять же, ограничены условиями 44-го федерального закона, который подразумевает, что администрация при определении подрядчиков использует форму открытого аукциона, на котором заявляются все участники, которые соответствуют требованиям закупки. Но как тогда вот получается у них продавливать местных производителей? Нет, вы требования к участникам сделайте такие, чтобы вот это вот всех недобросовестных отсечь, чтобы он имел опыт укладки этой брусчатки, к примеру, там сколько-то квадратных метров, или там, чтобы у него был там, чтобы он был там или производителем, или еще кем-то. То есть сужайте конкурс, чтобы вот этих вот недобросовестных... Все же мы знаем заточенные аукционы, ведь это можно на благо использовать. Почему заточенные аукционы? Нет, я к тому, что заточенные можно использовать и на благо в этом плане. Вот, например, есть же вот дороги, да, вот строительство новых дорог, вот мы участвовали в конкурсе строительства дорог, да, или там строительство каких-то зданий, там четко указано, чтобы был опыт там исполнения муниципальных контрактов там не менее такой-то суммы в предыдущие 3 года. Угу. Но у нас это в заявках все указано, то есть в аукционной процедуре мы эти требования выставляем. То есть ФАСом надо согласовать просто, как можно отсечь вот этих недобросовестных производителей, вот и все, сделать там банковскую гарантию там. Это тоже все указывается, все, да, мы идем все равно, значит, по 44-му ФЗ. Я просто вспомнил в прошлом году, как укладывали на Володарского тротуар, то есть там приехали брюнеты загорелые, на УАЗике старый асфальт накидали, вот на старый тротуар наложили вот эту крошку, которую сняли при ремонте дорог. Да. Угу. Ходили ее пеньками, утрамбовывали, наверное, недели 2-3, и осталось где-то у них примерно сантиметр, чуть меньше, чуть больше, до уровня бордюра. И они уже потом вот этот сантиметр положили хорошим асфальтом. То есть я так понимаю, что если брать состав полностью асфальт, все прописано, но по факту я не думаю, что тротуар проживет довольно долго. Потому что, мы видели примеры еще не менее яркие, когда в зимний период буквально здесь, у Театральной площади, по улице Карла Маркса, прямо в тающий снег и лужи укладывали песок и брусчатку. Все проходили и проезжали мимо, правительство, администрация, депутаты, бизнесмены, мамы, папы, и видели, как укладывали вот эти горы брусчатки, вот в эти лужи, вот в этот чачу с песком. И ничего не происходило. Это тоже 44-й ФЗ виноват? Это в каком месте? Это вот здесь, прямо от Театральной площади до улицы Спасской, как раз вот
Это не в счет наших контрактов. У нас такого объекта не было. Это, конечно, было чудо, я вам Светлана, скажу. Да. Если земля не промерзла, да? То есть, вода является препятствием. Она не является Тающий снег является препятствием. Ну, лужи является препятствием. Это тающий снег, это лужи, да? Он наоборот хорошо. Для уплотнения песка. Для уплотнения песка это только хорошо. Оказывается, это хорошо. Сверху можно качественно наложить. Ему тоже бывает, когда вот в октябре делаем благоустройство возле наших домов, тоже в такую погоду, не совсем комфортную, укладываем брусчатку, и она стоит. Денис, вы расскажите, пожалуйста, можно уложить брусчатку, вот как бы меня не убеждали, да, у мэрии еще как-то более-менее. Но вот правда, Киров покрыт кривой косой брусчаткой. Вспомните, опять же, про прогулочную нашу улицу. И она еще вот, то есть, когда она загрузит это место, где она заканчивается, она вот так вот вся встает почему-то. Сдыбливается или, наоборот, падает в ямы. Что происходит? Это все зависит от ручек, которые укладывают. Вы приедете к нам на завод. 11 лет назад мы уложили брусчатку, территорию завода. По ней ездят 40-тонные машины, ходят пешеходы. И она лежит, с ней ничего не как делается. Как правильно должна быть уложена брусчатка? То есть правильно должно быть сделано основание. Хорошо уплотнено основание. Щебень наш известковый, щебень известковый. Вот сказали известковый щебень. Известковый щебень, да, он может быть. Но какой по прочности щебень должен быть известковый? У вас какой щебень лежит на заводе? Ну, у нас лежит на старый гранитный щебень, который гранитный еще... щебень. У нас вот на старое покрытие. На старое покрытие мы просто взяли и положили брусчатку. Вот и весь ответ. Когда мы можем избавиться от тающего известкового щебня? Как и тающего известкового щебня, я не знаю, когда. Не знаю, хорошо. Когда будем смотреть, там в заявке у них они заявляют одну марку. Посмотрите, на самом деле, когда будут укладывать ее, возьмите и отдайте в лабораторию на испытание. Какая на самом деле марка щебня? Угу. А у нас, кстати говоря, как проверяется материалы, которые зачастую он не соответствует той марке, да, которая заявлена в паспорте. Входной контроль материалов весь проводится в строительных лабораториях. По каждому участку, по каждому объекту. Вот наш советский щебень. Какой марки? Марка 400. Мы закладываем марку 600, марку 400. А везут с Чембулатского карьера. С Чембулатского карьера. Там разные карьеры есть. Ну вот марки 600 ни в одном Чембулатском карьере вы не найдете. Хоть обыщитесь. Мы не говорим, что марка 600 только Чембулатский карьер, правильно? То есть в основном Чембулат он выпускает марку 400. Весь контроль входных материалов он проходит. Для этого мы еще и заключаем договора с независимыми лабораториями. Не только лаборатория, грубо говоря, строительная, употребительная организация. Марина, сейчас не про это, сейчас не про лаборатории. Марка 400, которая с Чембулатского карьера, она где применяется? Не на тротуарах, вы говорите? На тротуарах. На тротуарах применяется перед устройством асфальтобетонного покрытия. Но не под брусчатку. Если строительство идет вновь, и, грубо говоря, мы предполагаем, что содержание тротуаров будет осуществляться механизированным способом, то укладывается песок, брусчатка, песок, щебень, песок, брусчатка, то есть она идет и под брусчатку. 400 тоже. Или 600? 400. Возвращаемся к тому же самому. То есть все-таки 400, который тает. Вот тебе одна из... Он ведь по большому-то счету, он закрытый материал, то есть его перекрывают сверху. Песком. То есть песок и брусчатка. Да, который идет в этот щебень, который тает. Ну, водичка-то туда попадает через брусчатку, она попадает, через песочек. Конечно, брусчатка водопроницаема. И до тех пор, коэффициент коллеги, фильтрации правильно какой, я понимаю, да? До тех пор, пока будет вот такой щебень по фракции 400 укладываться, который растворяется от воды, у нас будут проваливаться тротуары. Прервемся сейчас на полминуты и продолжим разговор о тротуарной сети в Кирове. Как лучше для людей? Урбан. Программа о городских проектах. Тротуарная сеть Кирова. Как лучше для людей? Обсуждаем мы сегодня эту тему в программе «Урбан». Ну, вот посмотрите, фотографии, которые мы специально распечатали с Дашей перед эфиром, они показывают наши города, российские города, где тротуарная сеть выглядит не вся, но есть уже участки, выглядят совершенно иначе, по-другому. Ну, естественно, мы можем сослаться на блоге великого и могучего Ильи Варламова, который делает вот серию публикаций «Как лучше», мы уже делали по его публикациям тоже устраивать
мусорные площадки. Кстати, надо позвонить в Железно и узнать, сделали они закрытые на ключ мусорные площадки в Ёлки-парк. Как лучше делать тротуары? У него тоже есть большая публикация. Спасибо большое. А еще мы посмотрели с Дашей пост «Хорошая Казань», да, тоже у Ильи Варламова. И там тоже есть тротуарные сети. Она очень интересная. Тротуары, которые используются в парках, они сделаны из дерева. Ну, не все, конечно, но у нас тоже есть тротуары из дерева. Да, я так и знала, Толь, что ты это скажешь. Ну вот, пожалуйста, вот парк в Казани, где используется... Вот, кстати, картинка за этим, это вот резиновая крошка, резиновый тротуар, который вот я и говорила. Сейчас, подожди, это не знают слушатели, да? Вот мы видим сейчас парк Казани, где используется деревянная доска и резиновая крошка, то есть в миксе. Это уже общественное пространство. Ну, Светлана, смотри, понятно, здесь, что это вот не те тротуары, по которым мы передвигаемся вдоль, от дома к работе. Дорог резиновую крошку укладывать, ну, это не всегда, потому что при нагревании она выделяет какие-то запахи. В парках нет, это возможно. Нет, тут, конечно, вопрос об устройстве уже общественных вот пространств. Сейчас, пожалуйста, в руки вам микрофон, Анатолий, да, поскольку вы делаете парк, проект больше, чем парк, и там в том числе тротуарная сеть и пешеходная сеть предусматривают беговые, например, дорожки, которые все время говорят, что лучше бы его делать не из бетона, не из асфальта, а вот, например, из резиновой крошки. Ну, у нас концепция, до материалов не дошли, так что я не могу сказать. Но мы будем доверяться специалистам. То есть, что они скажут, то и будет. Но пока еще, то есть, руки до этого не дошли. Нет, это вот в проекте. В Кировской области где-нибудь есть хоть какая-нибудь дорожка или какие-нибудь тротуары, которые используют не брусчатку и не асфальтобетон? В парке Гагарина года три назад засыпали щебенкой. Ой, не щебенкой, а опилом. Не опил, как это? Щепа. Она прожила сезон, потом удачно превратилась в грязь. То есть, если обновлять, то она, в принципе, имела место быть. Довольно неплохой был опыт. Потом щебенкой отсыпали сквер рядом с администрацией городской, где доска почета, за ней. До сих пор щебенка. И там, по-моему, подновляют. Но там и очень мелкая гранитная фракция. Да, и, в принципе, ну, довольно приятно гулять. Не это... очень приятно гулять, но на видите, самом деле, субъективно. Потому что мне так оно крупновато. А что такое кирса, вот о ней говорил Алексей Санин? Я правильно называю этот термин? Я попыталась то, загуглить, но я не поняла, да, что сейчас это. Может, это термин, это может не название материала, а производительное, поэтому непонятно, о чем речь. Ага. Ну, я вспоминаю питерские парки, где дорожки такие плотненькие, там мелкая-мелкая какая-то крошка. Что это такое? ПГС. Что это такое, Марина? Песчано-гравийная смесь. Ну, это какой-то специальный, да, состав именно для таких дорожек. Ну, они есть в карьерах, в Кирове есть карьеры с песчано-гравийной смесью, но... Которые мы можем использовать, 70% песка идет, и только 30% идет гравия. То есть наши производители выпускают такой ПГС. Он есть, да, он имеет место быть, скорее всего, на спортивных площадках. То есть для того, чтобы дети там на асфальтобетоне не травмировались, вот детские площадки, либо спортивные площадки. В детских садах оно очень часто сейчас используется. В качестве при оборудовании чего? Спортивных площадок, да. Минус таких площадок, такого, то, что его надо ежегодно обновлять. Его надо обновлять ежегодно, да. Ну и, конечно, он такой материал, грубо говоря, после дождей более грязный. То есть много несется на ногах вот этой грязи. Ну, домой, либо там детский сад. То есть вот это минус. Наверное, конечно. Это зависит от состава, потому что, еще раз возвращаясь в питерские парки, там, не знаю, в парке Стокгольма, где я была вот буквально этой весной, шли дожди, ничего там за ногами не слышно. Там тоже есть дренаж и ливневка. А, вот мы что, добрались еще до очень хорошей темы. И, скорее всего, там процент гравия составляет, наоборот, 70-80%. Вот. Тоже я в Питере была в таких, да, парках, то есть там состав немножко другой, там больше процент гравия идет, поэтому он более чистый. А он обрабатывается, эта смесь как-то сортируется или прям сразу такой достается? Нет. В этом карьере такой, да, состав, да, а да. В этом он идет такой сразу, состав. Это карьерный материал. Это где-то, наверное, все-таки история уральская, да, там такая. Да нет, у нас есть и такой, и такой есть. То есть в разных месторождениях до сортировки ПГС разный процент гравия. Допустим, там в порту там один, в кирсе другой. То есть это
природный материал, какой он есть, такой есть. Ну, а другой природный материал, вот дерево, почему бы не использовать? У нас нет, ну, дерево регион. Можно использовать, но надо понимать, какое дерево использовать. Если мы там положим сосну или ель, да, то он придет в негодность через 3 года. Я вот почитала, нужно... там прям, да, то есть огромная статья, как правильно укладывать, какие породы укладывать, как часто все это менять, да, и оказывается, ну, в общем-то, никаких проблем это не создает, нерешаемых. Это опять-таки же дорого и требует постоянного ухода. Ну как дорого? Неужели у нас будет дерево дороже выходить, чем тротуарная плитка? У нас не растет плитка? То дерево, которое нужно укладывать. У нас в Кировской области такое дерево не растет. А что это? Это за... надо с деревообработчиками теперь. Ну то есть это лиственница, скорее всего. Лиственница, лиственница, кедр, лиственница, та, которая более плотная, она более плотная, она долго живет и не реагирует ни на солнце, ни на что в основном. Не на влагу, она только становится крепче. Давайте вернемся к очень важной теме, ее уже Марина Геннадьевна начала поднимать, и мы так вскользь все время там ее упоминали. Это все-таки устройство тротуара с точки зрения водоотведения. Вот сейчас, Марина Геннадьевна, вы сказали, что закладывается устройство плиткой тротуарной и вот эти желоба, которые, да, воду отводят от водостоков у домов. Лотки, да. Которые, по идее, являются опять препятствием же для комфортной прогулки. Нет, там лоток очень минимальный, то есть он плавный, он не идет. Я представляю, о чем говорить. Почему во всем мире, интересно, вода с домов выводится сразу... Под землю. Да, в канализацию, они не делают непонятные лужи, непонятные лотки. Это Нижний Новгород после дождей. Мы видим обрушение тротуарной плитки, когда нет водоотведения. Ну вот здесь, смотрите, нет подпорной стенки. То есть, тут, мне кажется, вообще ничего нет, в принципе. Да, то есть тут брусчатка уложена без подпорной стенки. Сэкономили. Да, поэтому... У нас точно так же уложена брусчатка по улице Московской от улицы Ленина вниз туда. Вниз. Вот она точно так же сейчас обваливается в сторону стадиона. Да. Давайте вернемся все-таки к водоотведению. Вот так у нас укладываются лотки. Анатолий спрашивает, почему нельзя убирать водоотводы из вот этих вот труб, которые там от домов идут, сразу под землю и на проезжую часть. Там, я не знаю, ну, можно почему в канализацию, можно или в ливневую канализацию. Или в канализацию. Зачем или она течет по тротуару? Потому что в любой заморозке это всегда скользко. А лотки это уже неудобно. Это все-таки прерогатива проектирования. Проектировщиков, да, проектировщиков. Как проектировщик, значит, рассмотрел водоотведение с крыш. Задача если у них идет, да, если у них идет, ну, это, наверное, при проектировании должно учитываться. Если у них идет водоотведение внутренний сток, да, а не наружный такого сток. Такого в Кирове нет, по-моему, вообще. Есть, почему? Внутренний сток есть, есть во очень внутренние стоки. Это где крыша плоская, плоские я имею в виду, где скатная крыша, у нас ни одного такого дома нет. Поэтому тут больше вопросов. Эту воду можно отводить только в ливневую канализацию. Хозбытовую ее отводить нельзя. Как проектировщик запроектирует, куда отводить, если нет ливневой канализации? Конечно, он ее отведет на тротуар. Как это происходит в домах с плоской крышей? С плоской крышей они выходят бытовая тоже и выходят на этот же самый тротуар. Нет, объясните мне, пожалуйста, вот я видела картинки, да, веселые картинки мы всегда с Дашей любим рассматривать, мечтать. Как, значит, труба зарывается в землю и отводится, там тоже нет ливневой такой канализации, отводится прямо под тротуарной сетью, под тротуаром, такая вот в бордюре дырочка, вытекает на проезжую часть. Таким образом, тротуар сам гладкий. Нам, может быть, кажется, что вот эти лотки, которые установлены на брусчатке, неглубокие, но мы с Дашей, как мамы, с колясками, а потом уже у меня уже подросли дети, с детским велосипедом, со взрослым велосипедом, очень хорошо на себя ощущаем всю глубину этих лотков. И они еще частые и глубокие. Вот здесь это по Московской, кошмар. Когда идешь, что ни шаг, то лоток. Как так проектируют? Не, ну вот есть. Нет, элементарно, почему этой решеткой хотя бы не закрывать его? Есть лоточки специальные, они глубокие, сверху решеточка. Вот так сделано. Так вот у нас решеточки практически нигде нет. Ленина, да, туда ниже, до улицы, какая там, Казанская, да. Посмотрите, там лежит лоток с этой решеточкой. И нормально отводится вода. А мы можем как-то это все стандартизировать в конце концов в городе? Что вот не на откуп проектировщику... Давайте делать для удобства жителей, а не как по нормативам. У нас сегодня такой вопрос. Кто проектирует? Что в проекте указано? Кто проектирует? Почему в одном проекте есть решетка, а в другом нет? Марина Геннадьевна.
Ну, проектируют у нас вместе с дорогами, то есть проектировщики точно так же. Это есть какие институты, которые, значит, предусматривают капитальный ремонт улицы, реконструкцию какие? Улицы, ремонт. Кто у нас это делает в Кирове? Ну, у нас несколько организаций проектных, которые разрабатывают данные. Давайте проекты. Их назовем. МОП-архитектура. Ну, МОП-архитектура, реконструкцию. Архитектура есть, да. Институт, у нас, по-моему, ДОР-проект есть, да? Есть ДОР-проект, Киров-проект. Граждан проект, то есть у нас несколько институтов, но опять же, смотрите, все проходит через аукцион, какой проект выиграл, какой институт выиграл, значит, проектирование данной улицы, тот институт и проектирует. И? Все закладывается в проект. Да мы это понимаем. Вас, как человек, который работает... А с проектировщиками неужели с ними нельзя пообщаться? Нет, и сказать, ребят, давайте проектировать по-другому? Вы когда проектировщикам пишете задание на проектирование... Техническое задание. Задание на проектирование, когда пишете проектировщикам, вы укажите предусмотреть заглубленные лотки с этим, решеткой. Сверху с решеткой, вот и все. Это же прям ничего сложного. Это можно делать или нет? Ну, практически это можно. Единственный вопрос, что у нас на территории города Кирова очень давно не разрабатываются проекты. Последние проекты 2008 года. То есть мы пользуемся старыми постоянно? Пока да. А почему? А почему, Марина Геннадьевна? Потому что нет реализации проектов. Вот через два часа мы добрались до сути проблемы, да, похоже. Да, то есть на период, значит, вот программы БКД у нас реализация капиталоемких, значит, объектов, она заложена на 20-е и дальше годы. Что это значит? Ну, это значит работы, которые необходимо выполнить как раз по проектам. То есть в данный период мы сможем вести работы по капитальному ремонту улиц, по реконструкции. Нет, погоди, я запуталась совершенно. У нас есть проекты 2008 года, которые мы сейчас и реализуем. Десятилетний период. Нет, я так понимаю, мы по ним работаем. Разберемся после короткого перерыва. 1,5 минуты рекламы. «Урбан». Программа о городских проектах. Продолжается программа «Урбан». Тротуарная сеть Кирова. Как лучше для людей? Мы разбираемся с нашими экспертами. Дмитрием Печенкиным, заместителем руководителя департамента благоустройства администрации города Кирова. С Мариной Барминой, заместителем начальника дирекции дорожного хозяйства Кирова. Анатолием Курбатовым, куратором проекта «Красивый Киров». И Денисом Крутихиным, председателем совета директоров компании «Кировский ССК». Я бы попросила сейчас нашего продюсера Анну Лапшину набрать Пермь и связаться с Михаилом Борисовым, региональным координатором федерального партийного проекта «Городская среда». Как мы уже вот поняли даже из того, что нам рассказывал Дмитрий Александрович, что «Городская среда», эта программа позволяет тратить деньги, да, федеральные, которые идут по ней, на тротуарную сеть. Посмотрим, что в этой ситуации делает Пермский край. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Спасибо, что снова подключаетесь к нашей программе «Урбан». Чувствую, что мы будем часто в эфирах наших встречаться. Да, мы вообще за радость. Замечательно, тем более, что мы соседи. Значит, мы выяснили здесь на месте, Михаил, в течение нашего общения, что в городе Кирове, не в области, а в городе Кирове, в этом году по программе «Городская среда», «Комфортная городская среда», на тротуарную сеть будет потрачено на ее ремонт 51 миллион рублей. И мы пытаемся разобраться, значит, как это все будет у нас происходить, где и как, что будет благоустраиваться, спорим, выясняем, там, почему новые технологии применяются или не применяются, и, конечно, сравниваем себя с нашими соседями. Давайте поговорим о Перми. Что у вас происходит? Давайте я вам расскажу, значит, как у нас вообще идет ремонт улично-дорожной тропиночной сети. Во-первых, значит, у нас по городу Перми есть действующее 911 постановление, по которому у нас все тротуары, которые находятся в городе Перми, находятся на балансе. И состояние каждого тротуара инспектируется регулярно. После этого по окончанию года составляется определенный перечень объектов, который у нас будет ремонтироваться, либо же снова строиться в следующем году. И на это сразу же планируется бюджет. Это первый момент. Второй момент. У нас работает проект «Безопасные качественные дороги». По этому проекту у нас идет
синхронизация с проектом формирования комфортной городской среды. И на некоторых объектах у нас сразу же идет ремонт дворовой территории вместе с тротуарами, идет ремонт дорожной проезжей части и ремонт тропиночной пешеходной части, там, где это есть необходимость. И вот такая вот синхронизация позволяет нам кустами ремонтировать именно и проезд, и двор, и тротуар, чтобы к этому объекту уже не возвращаться, чтобы хотя бы как минимум в течение 3-5 лет. Да, это очень интересно, ведь такой подход позволяет избегать и там разницы в уровнях, там, да, как у нас бывает в Кирове, дорогу сделали, огромный перепад, въезд во двор такой, да, через бугор практически. Да, вот это вот неправильно. И неправильно, вот в прошлом году мы тоже наступили на эти грабли, когда мы активно начали работать по безопасным качественным дорогам, и мы стали ремонтировать только лишь за счет федеральных, региональных и местных денег, только лишь проезжую часть. А в результате, что мы получаем? У нас бортовые камни находятся в ненормативном состоянии, у нас тропиночно-тротуарная сеть в ненормативе остается, ограждение в ненормативе, знаки тоже в ненормативе. Поэтому сейчас только лишь комплексный подход берет. Если объект на капремонт или по другим видам направления, то он вместе идет обязательно дорога плюс тротуар, плюс ограждение, плюс бортовые камни. Как вы этого смогли добиться, Михаил? У нас основной вопрос как раз в этом и состоит. Мы пытаемся обсуждать на различных там площадках и в городе, и в общественной палате, и в эфирах синхронизацию проектов. Нам говорят, что нет, БКД – это один проект, дороги – та-та-та-та, городская среда – это другой проект, дворы – это третий проект. И все это между собой никогда не пересекается. Никак не стыкуется. Как вы смогли это синхронизировать? Я соглашусь с вами с тем, что это действительно разные бюджеты. Но это ведь только все объединяет людей. Мы же делаем это не для собак там и кошек, мы делаем это для людей. Соответственно, у вас может выступить в данном случае, например, площадка общественной палаты, объединить, посадив эти министерства, представители общественности и обговорить о необходимости комплексного благоустройства по секторам. Чтобы сделали, забыли, ушли. И вот так вот, таким образом, мы постепенно отремонтируем. Потому что если мы будем делать частями, сегодня мы сделаем дорогу, завтра мы сделаем двор, послезавтра мы сделаем тротуар, мы в результате каждый год будем наступать на те же грабли. Мы будем приводить в ненормативное состояние объект, который был отремонтирован в прошлом году, потому что по нему пойдет тяжелая техника, которая будет завозить материалы. А зачем это нам нужно? Мы дважды платим, получается, за какой-то объект. А в вашем случае трижды. Михаил, ну то есть это ваш опыт? Вы так поступили, собрали все эти министерства на какой-то площадке? Кто принял решение? Абсолютно, как бы у нас губернатор принял решение по данному вопросу, и он собирал и общественность, и министерств, и министров профильных, и вот таким вот образом пришли к общему знаменателю. Есть вопрос от нашего... Не вопрос у меня, ремарка. У нас в том году ремарка. Вячеслав Николаевич Симаков, когда возглавлял, он тоже хотел сделать парк Победы, и вокруг него дворы все сделать, отремонтировать Кочурский парк и вокруг него дворы, но в итоге потом это, когда пошло, у нас все рейтинг голосования, все в итоге раскидали. Подождите, мы сейчас обсудим. Идея была делать тоже в одном месте и комплекса была, но... Мы сейчас это обсудим. Итак, это было решение, Михаил, еще раз, губернатора, вот смотрите, который поставил такую задачу. В этом году у нас от министерства, у нас есть региональная служба по тарифам, которая является оператором по формированию комфортной городской среды. Они что сделали? Они в своем постановлении обозначили о том, что благоустройство объектов рядом или же находящихся непосредственно на территории клубов, каких-то учреждений, где идет массовое скопление людей, чтобы оттуда уже идти дальше на объекты, где меньше народу. То есть сначала там, где большое количество скоплений, и потом на более... То есть опять объекты. Кустами. Спасибо. Спасибо, да. Михаил, да. Борисов, региональный координатор федерального проекта «Городская среда» в Пермском крае.
Мы нашего регионального координатора не смогли найти в Кировской области. Не знаю, как не искали, так и не нашли. Мы пытались, я хотела тоже привлечь. Вот смотрите, этот вопрос очень важный. Сейчас нам Михаил Борисов рассказал, что в Пермском крае они с этого года начали делать ремонт кустами, интегрировав это. Я сейчас поясняю Марине Геннадьевне, у нее не было наушников. Интегрировал все программы БКД, комфортная городская среда и все другие. Делает кустами. Сразу двор, окружающие тротуары и дорожную сеть с коммуникациями. И так вот пошли делать. У нас этот вопрос о комплексном ремонте территории, ее развитии все время поднимается. И на общественной палате, и на разных площадках. И губернатор говорил, ну пока еще без сбора министерства, без постановки конкретной задачи, что нам надо комплексно развивать. Но ничего не происходит. Все равно делаем лоскутное одеяло. Почему так складывается ситуация, и можно ли как-то ее изменить? И нужно ли ее менять? Самое главное, наверное, Дмитрий Александрович, вам такой вопрос. Микрофон к себе. Ну, наверное, здесь поясню насчет комплексности. Вот Анатолий сказал, на самом деле планировали в том числе и на 2018-2019 год вот, комплексно такие брать кварталы. Но особенности этого года, если брать проект «Комфортная среда», как я уже отметил, было рейтинговое голосование. Значит, и, соответственно, те пешеходные зоны, которые в текущем году мы делаем, это результат. Раз уж сказали, что результат рейтингового голосования. Это условия, они были определены федеральным постановлением правительства. То есть здесь, ну, в любом случае, надо было выполнять. Потому перечень тротуаров, которые мы в этом году делаем, есть частичная синхронизация с проектом «Безопасные качественные дороги». Но, как пример, там улица будет Конева, улица Казанская, улица 60 лет Комсомола, ну, еще ряд других, там, на Авятском районе, вот, переулок школьный попадает. Ну, это, я так понимаю, это просто совпало. Синхронизация определенная будет. И в 2017 году, когда у нас вот еще не предвещало ничего рейтингового голосования, у нас был порядок отбора как раз таких территорий. Один из показателей вот, отбора территорий, которые мы в 2018 год планировали, это в том числе по большинству баллов синхронизация работ с проектом «Безопасная качественная дорога». То есть вот в рамках этих двух проектов шла речь о ремонте дорог, тротуаров и дворовых территорий. То есть в принципе, планы такие, они на сегодняшний день остаются, потому что, ну, на самом деле, сделав дорогу, на следующий год мы начинаем делать тротуары. Обсуждается ли сейчас, как мы будем жить в 19-м? Будем ли мы реализовывать вот такой комплексный подход, когда будем делать сразу кустами, сразу вот на какие-то прям кварталы бить? Вот квартал 119, например, сколько уже готовит его этот проект ВУЗ, уже 2 года, и никак не могут добиться того, чтобы хотя бы на этом квартале испытание какое-то провести, сделать комплексный ремонт всего. Ну, смотрите, здесь речь, опять же, идет о синхронизации этих двух проектов. Это большего количества проектов. Там ППМИ еще дворы делать, муниципальные гранты есть, да, которые могут пойти на ремонт, чтобы все, что есть, можно было собрать и делать комплексно. Тут порядок отбора этих объектов. Вот начну с этого, все равно мы от этого никуда не уйдем. Дворы отбираются по определенной процедуре, которая установлена. Пешеходные зоны мы отголосовали на 2 года, 2018-2019. То есть мы сейчас можем привязываться при отборе к пешеходным зонам. Соответственно, в текущем году мы будем осуществлять вот, в ближайшее время уже отбор тех дорог, которые будем делать в 2019 году. А дворы? По БКД, и дворы также где-то в июле-августе мы запускаем процедуру уже по отбору тех дворов, которые будем делать в следующем году. А их будут привязывать к БКД и к комфортной городской мы среде? Мы уже планируем их привязать, когда уже будут окончательные результаты этого отбора. Потому что на стадии, например, отбора мы же не можем привязать. Мы благодаря этому получим в следующем году хоть какие-то отдельные районы? Я думаю, что получим, потому что даже в текущем году мы определенные участки получаем на синхронизацию. Но если говорить о проекте «Безопасные качественные дороги», как уже здесь озвучивали, мы с 2019 по 2024 год получаем возможность уже подходить к ремонту улиц, не только ремонтируя проезжую часть, но и, соответственно, уходя на бордюры, на тротуары, где-то дорожные знаки могут появляться. Погодите, мы еще до газонов не добрались. Ну, здесь же газоны можно рассматривать. Если капитальный ремонт, например, дороги проводить, то я думаю, что там можно полностью предусматривать все эти мероприятия. Спасибо. Урбан на сегодня завершен. Мы обсуждали вопросы устройства тротуарной сети Кирова и опыт других регионов. Благодарим всех наших гостей. Через 2 недели снова соберемся здесь. Тема пока еще не ясна. Много что нам нужно обсудить. Ливневку, вы можете звонить и подкидывать свои темы. И газоны, и детские площадки мы собирались обсудить. Но сейчас мы с вами прощаемся. Всем до свидания и хорошего дня.
Урбан. Программа о городских проектах.